Поздно ночью, за закатом или утром на рассвете, не сказав друзьям и близким, мы достанем чемоданы. В забытую деревню, ткнув на карте, мы уедем или уплывем на лодке в самый тихий океан. Или в белом самолете в самый теплый город мира за высокими горами убежим на пару лет. Ты же видишь, нас с тобою обессилила квартира, и черствее стало сердце от бессмысленных монет. В чемодане будут только наши две зубные щетки, пару книг и старый плеер, кеды, майки и блокнот. Представляешь, мы с тобою из обычной самой лодки пересядем где-то в Каннах на огромный пароход. Можно в поезд, мне не важно, лишь бы только из столицы, лишь бы люди не узнали о тебе и обо мне. Ты же видишь, как упорно в этом городе не спится, а зимой мне не спится в этом городе вдвойне. Я уверена, мы сможем стать свободными, как дети. Представляешь, сколько в мире городов и чудных стран. Я прошу тебя сквозь слезы, ну давай с тобой уедем или плывем на лодке в самый тихий океан. Но как будто отстранившись от меня душой и телом, он спокойно сел на кресле, спрятав пальцы в кулаке и пугая долгим взглядом, произнес спокойно, смело: чемодана нам не надо. Мы поедем налегке.